Рваные покрышки, бетон, куски асфальта и бытовой мусор – все это лежит на месте бывшей лесополосы. Она закрывала садоводческое товарищество «Нефтяник» от южной окружной дороги и близлежащих заводов. Однако в 2016 году деревья начали вырубать. Люди сразу забили тревогу. Мы обращались и в прокуратуру, и вопрос как бы хотели решить, но он так и не решился до сегодняшнего дня. Какие-то копали трубы, где-то, наверное, февраль-март, да? Февраль-март, вот, то есть по весне. Найти опять, кто это сделал, не можем, потому что нет номеров ни машин, никто это делал. Делалось это опять в то время, что люди не видели. Новая стадия началась в сентябре, осенью, а затем и весной посадку начали поджигать. Лес полыхал рядом с домами, а ведь более 40 семей живут здесь регулярно. Все баллоны взрывали, страшно. Вот эти вот, наверное, из-под пены, что ли. Вот, и в 3 часа ночи к ребенку стало, здесь вся посадка пылает. То есть они днем, мы вызываем пожарных, они решили ночью поджечь. Вот, вызвала. Ну, в общем, вы знаете, и апрель, и май мы вызывали 1-2 раза обязательно прям пожарные, каждый день. Стабильно. Они уже пожарные ехали сюда, как на работу. Осложняет ситуацию то, что в садоводчестве в этом сезоне воду дают день через 6. То есть, если случится возгорание, оперативно потушить его не смогут. Так же, как и отстоять собственные дома. Предполагать можно все, что хочешь, говорится. Надо, говорится, конкретно, как нам объясняет прокуратура, все поймать за руку. Полиция также к этому сводит. За руку поднять очень тяжело и сложно. Пытались выйти те, которые дачи перевели в недачи, с ними как-то связаться, на контакт они не идут, и как бы все, вот такое ощущение, как делать все умышленно. Стоит отметить, что с каждым разом свалка и пожар продвигаются все глубже в посадку. Деревья уничтожены вплоть до 6-й линии. На публичной кадастровой карте участок не отмечен. Скорее всего, здесь не проводили межевание земель, а значит, он находится в собственности администрации. Однако на вопросы жильцов там пока так и не ответили. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».